Йоу! Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game. И сегодня в мои лапищи попала игра под названием Summer Catchers. Ловцы лета. Типа что-то того. Это значит, игра экшен, приключенческая казуальная игра инди-гонки. Вышла она 16 июля 2019 года. И вот что про нее пишут в Стиме. Значит, это аркадная роад-трип игра с элементами приключения о маленькой девочке в северных земель, которая осознает, что никогда не знала лета, не видела моря и альбатросов. Она решает отправиться в рискованное приключение, чтобы осуществить свою мечту. Вот. Основной геймплей заключается в преодолении препятствий на пути вашей машинки и все такое со всеми вытекающими. Давайте что ж глянем. Выберите ячеечку. Что, подожди, вот это что такое? Два игрока. О, тут вдвоем можно. Сложность приключения нормальная. Вызов трудно. Не-не-не-не-не. Не хочу так, хочу. Давайте среднюю выберем. Пиздых. Я так почитал, посмотрел и так понял, что в принципе-то она должна быть интересненькая. И если она действительно такая, какая она, собственно, заявлена, то мы ее даже пройдем, я думаю, с вами. Это уже игра? Та-да-дам! Что делать? Как это все пиксельно и очень крупно. Секунду, а все управление мышкой здесь происходит? Давайте попробуем тогда. Так, давлю, она идет. Не давлю, она не идет. Ага. Девочка с северных земель. Привет. А ты кто? Можно вас отвлечь, собака? Ты кто? И что ты тут делаешь, малышка? Привет, смешной медвежонок. Я только что проснулась и поняла, что я до сих пор не видела лета. Это грустно. А где оно? Где лето? На юг, далеко-далеко на юг, где океан. Пожалуйста, помоги мне, смешной медвежонок. Ну что я могу сделать? Я же просто столяр. И я волк, вообще-то. Пиздых, перегорело что-то. Так, ох, ну ладно, ладно, убедила. Я могу кое-что. Ууу! Ну ни хрена себе эпично, как он зафигарил мне. Машина? Это твоя собственная деревянная машина? Ты предлагаешь? Теперь ты можешь двинуться к океану навстречу лету. Но сперва тест-драйв. Ну давай. Так. Тест-драйв, окей. А, неожиданно. А что надо сделать-то? В смысле неожиданно? А чё? Так, эй! У меня для тебя кое-что есть. Смотри. Что это? Рюкзак? Тут ты найдешь разные инструменты. Каждый из них подходит для отдельного препятствия. Бери. Так, окей. Так, так, так. Это три штуки. Это ракета, это типа колесо, а это... На что это похоже? Короче, для столба нужна вот эта хрень. Это типа... Пробивание деревьев? Ну-ка. Бам! А, да. Простите меня, древние чурба что-то там. Так. Тут либо снести можно, либо колесо. Да? Ну-ка, давай колесо попробуем. А, прыжок! Ха! Типа сугроб меня остановит. Так, хорошо. Тут прыжок по-любому нужен. Пиу. Ага. И это все? А тут у нас ракета, типа, да? Бам! Без проблем! Колесо. Так-так, у нас нет подходящего инструмента, да? Может попробовать его отыскать? Используй другое, чтобы освободить ячейку, и посмотрим, что будет. Давай.
колесо. Давай. Пиу. Фух. Те ледышки смотрелись опасно. Так, сейчас что, наверное? Хорошая работа. Но жизнь штука суровая, знаешь, там нет никаких пауз. Будь готова и веселись. Ну, окей, давай попробуем. Ракета, стоп. Так, если сейчас тут будет столб, надо будет... прыжок? Блядь. Я спокойно. Так, окей, сейчас попробуем. Так, либо прыжок, либо... прыжок! Отлично. Хорошо, что я не упала на те ледышки. Так, либо столб, либо... бам, отлично. И ракета. Быстрая реакция, что-то там, в общем. Все, пиздец мне. И лучше. Все. Наверное, изолента тут уже не поможет. Все, короче, пиздец мне. Так, наверное, изолента тут уже не поможет. Ну да. Вот это тест-драйв. Да, согласен. Так, и в принципе весь геймплей в этом, да, заключается? Ну, кажется, теперь ты готова. Но у меня больше нет инструментов. Ты найдешь их в моем магазинчике. Та-та-ра-да, хорошо. Так, бампер, джампер, бустер и хуюстер. Тут еще что-то, да, можно будет открыть. Шапка, так, а что у меня так? 100 замороженных грибов это? Хорошо, давайте спять. Что это значит? 1, 2, 3. Давайте всего по 3. Не, вот этого 2 купим. 51. Что это? Самоделка? Что мне нужно сделать? Давай галочку поставим. А, то есть я могу усовершенствовать свою колымагу? Ни хрена. Тут сколько? Подожди, где тут? Тут есть бегунок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь аж целых усовершенствований. Классно. Шапка. Casual. Так, ладно, пока у нас ничего не доступно, у нас... Tool... Gear look. Одежда, короче. Детали. А это прибамбасы. Типа того, да? Чё, окей? О, это кто такие? Кошак, ныкается. А, все, понятно. Это я обратно зашел. Это у меня, типа, вот это все. Не, мне кажется, что-то маловато. Так, давай, не болей. Давайте-ка... Вот этого еще возьмем. Мало ли. А это что? Письмо. А, она мерзнет, да? Так, у нас что тут? Параметры. Ну-ка, параметры у нас тут есть управление? То есть, по факту, тут даже можно на джойстике играть, да? Ладно, пока давайте на мышке. Все, я ехаю. Зря, да? Бам! А, сука! Не успел. Так, я, наверное, зря так мало купил. Да. О, сугроб. Не слышал. Хе-хе. А, все, это типа... Безопасность. Так, снес. Все, у меня больше нету, да? Все. Сейчас разломаю, короче, тачку. А, я грибочки типа собираю, я понял. Собираю грибочки. Все, пиздец. Так, ну ладно, и чё? Кажется, я порвала штаны. Ну, бывает. Все мы иногда рвем штаны. Я обратно приехала, да? Этот лес кажется бесконечным. Я знаю, как из него выехать. Но сперва тебе придется мне помочь. Поступим так. Посмотри на доску объявлений.
Покажу дорогу, но сперва нужно собрать грибы 100 штук, исцелить редкие деревья, срубить мертвые деревья, посадить саженцы. Чё это такое? Ага. Давай собрать грибы. Окей. Собрать грибы. Ты должна научиться собирать грибы. Я и так это хорошо умею. А ты делала это на машине? Нет. Это разные вещи. Так, ну чё, окей, давай. Давай еще тогда закупим всякой шаурмы вот этой вот. 5. Давай попробуем по 10, я думаю, самое оно будет. Бустер. Не думаю, что он на пути нам попадется более... Open, ну-ка. А чё надо, чтобы open? А, вот так. Пастушка. 100. Fuck! Fuck! Я бы мог купить это. Так, а тут что, ну-ка? Жестянка. То есть я больше, да, смогу 300, ни хрена. Так, хорошо, значит, валюта у нас это замороженные грибы. Погнали. Попробуем. Лето, я еду! Такс. Такс, неплохо. А-а-а! Так, неплохо. Неплохо. Отлично. А-а-а! Ничего не вижу, кроме... Так, отлично. Ага, отлично. Так, отлично. Короче, актуально вот эта вот бронебойная штука, она вообще актуальна очень. Тебе удалось? Блять. И я снова забыла зонт. По крайней мере, со мной все хорошо. Блин, казалось бы, да? В принципе, ничего сложного. Но хрен там. Так, значит, я раздолбил. Цикл и магу, ну-ка давай. Собрать грибы. Так, хорошо, давай тогда исцелить редкие деревья попробуем. Так, а Бобик у нас есть тут? Фак, зачем я это тыкнул? Ладно. А, фак, это надо было исцелить, да? Так, окей, окей. Так, все, я сейчас, короче, разломаю тут все нафиг. Все, я понял, я, короче, дурак. А как, подожди, как убирать? Я что-то не понял. Вот появляется ненужное, и он, типа, смахни это, типа, правой, может, кнопкой мыши надо тыкать. В ночном лесу есть необычные деревья, редкие. Они очень уязвимы. Мне нужно присматривать за ними и защищать их от насекомых. Понятно. Чем эти деревья такие особенные? Я уверен, однажды ты поймешь. Какими загадками все это он говорит. Так, бампер. Бампер. 7-4. Давай сделаем вот так. Пару бустеров. 300, нифига. Шапушка. Шапушка. Давай, шапушка. Шапушку купили мы. Хорошо. Шапушка, это типа, что у нас? Вот это я понял, это жизнь машинки, типа, мы покупаем. То есть, чем бронированнее машина, бронированнее машинка, тем, типа, лучше. Да, тем дольше я держусь. Хорошо, с этим понятно. Ну-ка, вот это вот мне интересно, что это такое. Друзья. Угу. А это типа я должен открытку отправить, да, за 25 бачей. Ну-ка. А, я купил! За 25 бачей. Стоп! Пам-пам-пам. Это типа вот это место, да? Слушай, ну классно. А я могу кому-то отправить?
За 25 монеток, грибочков. Хорошо. О, кошак, смотри. И тут он. И тут. Окей. Отремонтировали. Так, шапка. 5 этих штук. Что это? Что это такое? А, это я типа... Типа открытки? Или типа где я был? Оленья книга. Исцелить редкие деревья. Хорошо, у меня есть вот это. 5 деревьев исцелить. Так, ладно, ладно, ладно. Ладно, погнали, попробуем. Попробуем. Главное не тупить. Главное не тупить. Так, если чё... Бронь. Прыжок, либо бронь. Прыжок. Отлично. Бронь. Отлично, прыжок, если чё. Прыжок. Попробуем. Еее! Так, вот это уберем. А как убирать-то? Я не понимаю, как убирать. Блять. Как убирать эту херь? Надеюсь, это вырежут при монтаже. Ну, обязательно. Но я не стану. Слушай, собака, ты что-то... Как? Ты что-то мне объяснил как-то, я не понял. Он мне говорит, типа, тыкай, чтобы убрать. И пиздец. Слушай, пес-барбос. Шанс получить нужный инструмент зависит от его количества в твоей сумке. Спасибо, это дельно. Это дельно, но... А, это продавать, хорошо. Подожди, 59, 62. Так, понятно, это, короче, я трачу только. Так, ладно. Это я понял. Бампер, тра-та-та. Это все мне понятно, это еще пока не открыто. Опять же, ну-ка тут есть, может, справочник какой-то, параметры, ну-ка, параметры. Два игрока, игровой процесс, настройки, язык, эффекты полные. Полный экран, вертикальная синхронизация, это все понятно. Блин. А, escape, типа. Ну-ка, а если среднюю кнопку мыши? А, тоже, да? Так, погнали, ладно, я сейчас просто попробую, потыкаю. Попробую, потыкаю. Ну-ка, давай вот. Не канает. А если смахнуть? Блин. А, стой, стой. Я не понимаю. То есть, если неправильное какое-то... блять. Неправильный какой-то инструмент, то, типа, все. Все жопой накрывается. Все, просрал, короче, я все. Вообще все просрал. Все, вообще просрал. Я не догоняю. Ну и ну. Подожди, я не понял. Собака, ты мне плохо объяснил что-то. Я не догнал. Я не догнал. Давай сразу. Приготовили. Ну-ка, может, ты тут, собака? Блин, ребят, что-то я не догоняю. Крафт. Крафт, вуд. Вудкрафт. Хоп. Что это значит? Тихо. А подожди. А... Так, с этим понятно. А что ты чишешь? А что ты чишешь? А как тебе надеть? Одеть? Приодеть? Я же купил тебе шапку. Заебатую. Вот эту вот. Подожди. О. Так, джойстик может... Не, джойстик это долго, я сейчас буду тут лазить за ним. Ну-ка, давайте потыкаем, может, клавиатурку, может, что-то тут... Стрелочками, типа, он вот это делает, это окей. А почему не зелененьким, типа, светится? Ну-ка. Так, ладно, ладно, чё.
Сейчас, короче, я буду экспериментировать. Я сейчас прям буду тыкать тогда чем-то, как-то мне надо. Ну-ка, давай попробуем. Прыжок надо будет, да? Так, отлично. Тут пиздец мне. Когда оно попадает, в принципе, неплохо. А, то есть я еду, да? Все, пизда мне. Блять, я не понимаю, как, что мне надо тыкать-то здесь? Срывать или как это? Подожди, еще раз, я не понимаю. Срывать в бок или... Ну-ка, ты скажи, как выглядят эти редкие деревья? Они красивые, толстые, и на их стволах полно насекомых. Хорошо. Средняя кнопка мыши. Колесико. Может быть, я не знаю. Ну-ка, давай. Окей, давай погнали еще раз. Я прямо сейчас попробую. Пиздец, я не понимаю. И чё? И я застрял. Так и планировалось. Я не понимаю. Он говорит, типа, пропустить можно. Типа, пульк. Я, типа, там что-то тыкнул. Всё. Джампер. 10. Бустер. Давай вот так тоже. 10. Хорошо. Это пока не будем брать. Я хочу разобраться в процессе. Погнали еще раз, ладно. Сейчас я буду тогда все тыкать прям. Все. Так, что это я тыкнул? А, и инвентарь. Ну и что я должен? А, я должен срывать их, типа. Чу, вот этот звук. Чу. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Понятно, хорошо. Подожди, вот сейчас я сорвал несколько штук. Давайте-ка сейчас глянем. Нет, я их, типа, просто как бы убираю. Я их просто убираю, и они у меня, типа, переносятся, да? Ну-ка, что ты хочешь сказать? Как спасти эти редкие деревья? Если найдешь дерево, используй на нем спрей, что я дал. Тебе не обязательно быть рядом с ним в этот момент. Так, как только увидишь дерево, используй спрей. Все просто. Все, я понял. Окей, давайте еще разок. То есть я хватаю мышкой и влево сдергиваю, да? Ну-ка, давай попробуем. Да. Окей. Бум. Бум. Так, хорошо. Зачем? Блять, а как? Все, пиздец мне. Блять, да что такое-то, а? Я бы не сказала, что шокировано. Ну, как-то странно, я... Либо это надо сразу в процессе, типа, смахивать, либо, типа, что-то того. Давай еще раз, сразу, давай отремонтим и сразу погнали дальше. Только гляньте на эти удивительные небесные огни. А, спрей, сука! Ну-ка. Блять. Класс. Вот я нажимаю, оно либо смахивается, либо... Либо чё, я не понимаю. Блять. Пиздец. Угу.
Неплохо. О, я защищен. Ага. Тебе удалось. Так, отличненько. Чем дольше, короче, я еду так, тем круче. А, пизда. Все. Я, в принципе, понимаю, что как-то можно смахнуть, но я начинаю еще раз смахивать, и что-то новенькое. Я начинаю смахивать, и оно почему-то у меня активируется. Если повторно. Что это такое? А ну-ка, ну-ка. Оно меня куда-то ведет. А тут бежать можно? К сугробам. Вау, что это? Вау! Вы встретили прекрасного блестящего духа. Что вы сделаете дальше? Закрою глаза и в попытке спрятаться от него подойду ближе, чтобы поздороваться. Давай закрою глаза. Приветствую. Привет. Ты дрожишь? Кто ты? Не бойся, я не кусаюсь. Вот, держи, это подарок. А что ты мне даешь? Звезды? Это что за ебанина? Колокольчик. Вы получили колокольчик гармонии. Ни хрена. Ни хрена. Круть. Что-то, не знаю, что это, но это круто, что я получил. Так, что, давайте отремонтим. И, наверное, пока что на этом закончим. Потому что, в принципе, игруха прикольная. Так, не чихай. Игруха прикольная, думаю, можно ее попытаться пройти, ребята. Поэтому, если понравился выпуск, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Кто не подписан, рассказывайте также братюням. Чтобы получать оповещения о новых выпусках, тыкай колокольчик. Ссылки на ВК-паблик и соцсети, как обычно, в описании. А на этом пока что все. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!